Здорово, народ. С вами Джон. Он же Лопин312, стример Destiny 2 на Твиче. Сегодня у нас 8 декабря. Видео записывается утром. Как раз сегодня уже выйдет NESGEN версия Destiny 2 на PlayStation 5, на Xbox Series X и S. И где-то там за горизонтом маячит киберпанк, про который я уже говорил в прошлом видосе. Пока что я в нем не заинтересован, ну, за full прайс. Когда скидки на него будут, ну, или если мне его кто-то подарит, я в него поиграю, но сейчас я в этом особого смысла не вижу, потому что ажиотаж, хайп, ну, и я в игре не настолько заинтересован, да, чтобы меня там постоянно на стриме, пока я буду в нее играть, держали в курсе о том, кто там что куда зашел, прошел. Типа, в такие игры надо как-то более-менее погружаться, играть спокойно, открытия для себя какие-то делать самостоятельно по возможности. Но поскольку без стримов я это делать не могу, потому что кушать я люблю, я, наверное, все-таки немножко пережду, пока там ажиотаж спадет, ну и скидки на игру появятся. В общем, ладно. Короче, основная тема сегодняшнего видоса по поводу трофеев завоевателей, бага свежеобнаруженного в игре. Сейчас только небольшое напоминание сделаю. Но еще там, помимо этого, несколько тем рассмотрим. Ребят, вот кто моды собирает с рассвета, в очередной раз напоминаю, да, то, что надо у банши каждый день проверять. Сейчас вот мод продается длительный заряд на автоматы и на пулеметы, на создание зарядов света. Можно прийти и купить. Осталось 9,5 часов. Короче, баг касается следующего. Баг касается трофеев завоевателей. Если вы кидаете их в хранилище. То есть это те... Прикольно так они сделали, да? Новогоднюю тему. Если вы кидаете эти трофеи в хранилище, то они могут пропасть. Банжа об этом написала сегодня у себя в Твиттере, пока мы спали. Мы исследуем ошибку, при которой игроки могут потерять их трофеи-завоеватели, если они помещены в хранилище. Игроки должны воздержаться от того, чтобы класть эти трофеи себе, собственно, в хранилище. Так что да, банжи нас предупредили. Постарайтесь воздержаться от этого. Далее. О чем мы? С этим разобрались. Далее, о чем бы я хотел бы с вами поговорить. Это про железное знамя. Ну, то есть, известно, да, то, что у нас будет две новых пушки. Это... Сейчас, минуточку. Это револьвер «Твердая рука» 120-й и винтовка разведчика 150-я. Прости господи, из первого года Destiny 2. Ну, то есть... Это две типа новые пушки, которые будут у нас железки. Ну и там, скорее всего, будут еще шмотки, квесты будут на эти пушки. Ну, типа, знаете, там, убей с револьвера 20 человек, убей с винтовки разведчика там 100 человек, прости господи. Надеюсь, конечно, этого не будет, ну, потому что эти квесты немножко вымораживающие. Но Банжи их в последнее время начала облегчать. То есть там просто по одному пункту надо сделать. Ну ладно, то есть больше у нас в коллекции новых пушек не появилось, это означает, что, возможно, у нас будут старые падать. Где они тут у нас? То есть, к примеру, у нас был автомат «Путь вперед» в прошлом сезоне. Братюня, приди ко мне, пожалуйста. Да, вот, возможно, он будет падать, может быть, еще что-нибудь. Ну, просто не может быть во всей железке только две пушки. Ну, типа, до этого у нас их было 5 или 6 штук. Ну, вспоминаем, да. Кинжал Кремил, к примеру, тот же самый.
гранатометы во второй и в третий слот, ну и так далее. Ну, в общем, посмотрим, что там у нас будет. Но пока что как-то так. Ну, то есть 120-е револьверы, они по большей части интересны тем, кто играет на клавомыши. Но пока... Так что их особо касаться я не буду, но я думаю, свое место они найдут. По поводу 150-х винтовок разведчика, ну, сами понимаете. Никому они в данный момент пока что не нужны в ПВП. Ну, разве что только в ПВЕ неудержимые патроны на них ставить. Ой, извините, перегрузочные через моды. Потому что мод на винтовку разведчика сейчас лучше станет, чем перегрузочный мод на автомат. Но, в принципе, если у вас есть гранаты против перегруженных воителей, да, и перезарядка гранаты, когда вы дестабилизируете воителя, вам, в принципе, не нужны эти моды. И без них нормально играется. Ну так, только в крайнем случае, я вот, когда хожу в сектор, беру автомат, чтобы если с гранатой я случайно пролюблюсь, была возможность использовать перегрузочные патроны на пушке. Да, в общем, как-то так. Ну и еще тут несколько тем у нас есть. Ну, знаете, такой вот немножко разговорный видос по нашим любимым темам. Типа, обнаружилась парочка новых багов в игре. Про многие из которых вы уже слышали. Первый баг — это баг со стазисной пушкой. Ну, с хваткой спасения. Ее вот народ... Я вот здесь просто и все эти баги упомяну, ну так, чтобы чисто вы и я могли поржать. Но кому будет интересно, можете загуглить там на YouTube, посмотреть, найти там одного автора англоязычного, который занимается всеми этими багами. Я думаю, вы его уже тоже знаете все. Но просто хочется угарнуть, да, то, что у нас одна стазисная пушка, и она уже ломает игру. Ну, что следовало ожидать? Ею и в PvP пользуются, чтобы забираться там на какие-то неведомые вершины, оттуда игроков расстреливать. Ею в PvE пользуются ради того, чтобы сквозь стены проходить, сквозь двери, типа на той же стадии Атрокса. Один. Вот у меня там знакомые вчера на стриме весь день развлекались. Проходили там сквозь стенку, убивали босса. То есть, оказывается, у нас на второй стадии рейда босс, которого мы надамажим, ну, кучу копий этих Атрокс. Один. У него... У этого моба, у всех этих копий, есть оригинал, который стоит за дверью, и до которого можно дойти, и тупо его продамажить. Он вам даже в ответ ничего не сделает, он не сопротивляется, он ждет, пока вы его убьете, если у вас это получится, потому что там дамага на него надо очень много потратить. Вот. Но теперь из-за этого в соло можно проходить вторую стадию. Прикольно, наверное. Дальше, что у нас есть? Помимо вот этого бага со стазисной пушкой. Дальше у нас есть экзот ноги на Титана. Сейчас, мы до не доберемся. Колыбель Феникса. Типа солнечные пятна, которые остаются на Земле, длятся немножко дольше. Но прикол в том, что благодаря багу со стазисом, ну типа вы можете, один из ваших тиммейтов может создать кристалл стазиса, ну типа просто кинуть гранату на землю, вы, находясь в этих сапогах на Титане, этот кристалл разобьете, и на земле останется невидимое солнечное пятно. Да, невидимое. То есть, скорее всего, эти ноги через пару дней выключат. Если не сегодня. Потому что сегодня у нас выйдет железное знамя, и там у нас будут. Почему я упомянул вот стазисную вот эту пушку и вот эти вот ноги? Потому что, скорее всего, начнется вакханалия, блин, полная со всей этой темой. Ну, то есть, вы представьте, просто пробегаете и дохнете, сгорая в этом пятне, потому что оно жжет очень сильно. А представьте, что будет, если оно будет невидимым. Ну, типа, какой-нибудь заботливый противник оставит его на точке, или на хэвиках, или просто на земле в рандомном месте где-нибудь, и так далее. То есть, еще раз, да, вот, без комментариев.
создаете кристалл при помощи стазисной пушки или при помощи ваших тиммейтов со стазисом, разбиваете его, находясь на титане в этих ногах, и кайфуете. Что-то дальше у нас идет. Есть у нас такой режим, гамбит, про который я уже успел повонять в отдельном видео у себя. Ну, типа то, что с ним сделали. Сейчас я не буду об этом говорить, уже все было сказано ранее. Но помните наш любимый дюп, то есть дубликаты предметов, ну, которыми мы пользуемся в яме Ереси, еще где-нибудь и так далее. Ну, типа, ставить шарик в отверстие не один раз, а два. Или три. Или бесконечное количество раз. Ну, вы поняли. Теперь же у нас такая тема появилась в Гамбите и в Саде Спасения, потому что там тоже есть частицы, которые падают с мобов. Ну, Сад Спасения — это у нас рейд на Луне, кто не знал. Если вдруг кто-то на стриме новенький. Так вот, в чем проявляется этот баг? Как я понял, используя как бы сказать, дезинтегрирование, то есть либо пустотный подкласс, либо плазменную винтовку на мобах определенного толка. Ну, в данном случае у нас это, я так понял, чаще всего работает на гарпиях, то есть на вот этих вот парящих тефтельках небольших. Убивая вот этих вот гарпий, вы получаете в несколько раз больше частиц, чем было игрой задумано. Как-то так. То есть там, опять же, на канале одного известного сырного ютубера западного есть вот видос на эту тему, просто чтобы вы были в курсе. Если у вас вдруг возникнут вопросы, почему вражеская команда так быстро заполнила банк, то знайте, это из-за этого бага, если вы играете и вексы на карте есть. Я вот не знаю, как банжи это пофиксит, но есть у меня мысль, что они уберут вексов из гамбита. Ну, типа не вексов, а гарпии. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Ладно. Дальше что у нас идет? Дальше у нас идут отсылочки. Мне там на стриме доложили, я пока что сам это не смотрел, но где-то то ли в Адской пасти, то ли в Гавани Скорби есть отсылочка на рейд Vault of Glass, убежище стекла, на Венеру, на Луне. То есть там обновилось табло. Обновилось табло в одном из терминалов, и можно лицезреть, как говорится, интересные надписи. Кому интересно, можете прошерститься там, посмотреть, поисследовать. Ну, в принципе, чем не повод зайти на Луну. Просто, чтобы были в курсе, как говорится. Да. Что у нас там еще было, в принципе? А. У нас также есть... Слили парочку скриншотов украшений на Хоук Мун. И также у нас есть финальная катсцена сезона. Ну, типа там, где-то кто-то ухитрился это надотомайнить еще пару дней назад. Мне особо не хотелось это видео там смотреть и освещать. Но поскольку там на стриме начались обсуждения, начали там друг другу чуваки это все сливать и так далее, я решил, ладно, посмотрим. Естественно, перед тем, как мы это будем сейчас смотреть, я вас предупрежу, кто не хочет спойлеров к концу сезона. Только сейчас еще парочку вещей вот разберем. Я вот думаю, если у нас там из контента грядет скоро рассвет, ну, зимний ивент, вернется наша любимая Ява Лаванта на 3 или на 4 недели и будет заставлять нас печь пирожки опять. И мы будем их печь и кушать. Также у нас грандмастеры подойдут. Сумеречные налеты на сложности 1100. Буквально уже 22 декабря, через 2 недели. И можно будет уже к тому моменту, я думаю,
как раз уже месяц пройдет с выпуска сезона, появится более-менее полное мнение от меня по этому сезону. К сожалению, ну, на данном этапе испытания Осириса до сих пор находятся на хиатусе, ну, на перерыве. Из-за этого возможности нету лицезреть этот режим, но что мне понравилось, в кавычках, так это то, что на данный момент в коллекции, ну, это лежало на поверхности, я как-то просто не обращал внимания, но Bungie нам тизерили то, что у нас будет полностью, будут полностью новые сеты. Но карточка у нас осталась старая. Это карточка, ну, с пушками, со шмотками, которые требуются для печати сезонной. По испытаниям Осириса. Видите, да, она у меня тут уже сделана. Хотя Осириса не было. Уже третий месяц, уже третий сезон подряд так. Вот так одна и та же карточка, одни и те же шмотки. Я вот не знаю, может быть, они имели в виду то, что у нас появятся новые украшения. Их пока что нету в коллекции. Типа, если зайдем в состязательную игру. Или, может быть, я проглядел их. Нету их тут. Но окей. Допустим. Типа, пока что, да, если испытания Осириса к нам вернутся, единственное новое, что у нас там будет, это адептовские пушки на данном этапе. Сейчас, где они тут у нас? Но прикол в том, что поскольку эти пушки старые, они 1360 остаются. Хотя в этом сезоне у нас выходят стволы, которые максимальные по силе 1410. Что достаточно весело. Но в любом случае, я думаю, где-то через недельку мы итоги, ну, промежуточные итоги сезона подведем. Ну, сезона и дополнения в целом. Ну, то есть составим более-менее полноценное мнение. Ну, пройдемся по всем вот этим аспектам, по фрагментам и по всему такому. Ладно, сейчас посмотрим на Хукмун, на украшение, и заценим катсценку. Да, вот, кстати, еще пара моментов. Напоминаю, да, то, что у нас будет The Game Awards 2020, который начнется 11 декабря в 2:15 ночи. Кому будет интересно, можете, как говорится, заценить вместе со мной на стриме. Ну, кто будет, кто не будет спать. Интересно, что же там все-таки победит. Главная интрига в игре года. Ну и кто захочет канал поддержать, помочь мне приобрести Destiny 2 для NES Gen. Тут у меня плашечка есть, ну и ссылочка на донат будет в описании ролика. Любой поддержке буду рад. Ладно, что у нас касается Хукмуна. Такие вот нам датамайнили украшения. Это первое. Такое вот отдающее немножко стариной. А вот это второе. Отдающее немножко торном. Ну, шипом или злоумышленником. Но больше меня заинтересовала плазменная винтовка. Меня там товарищи поддержали в курсе. SlyGG. Скинули парочку футажей. То есть это у нас что-то типа обновленного Аура Вандила. Потому что 860-я скорострельность. Урон 95. Ну и в целом в таком духе. Это на самом деле хорошо, что он есть. Потому что на данном этапе у нас единственная 860-я актуальная плазменная винтовка. Ну, помимо Элаты, кажется. Это плазменная винтовка с испытания Осириса. Сейчас на всякий случай уточню. Зайду в игру. Так, короче. Да, вот у нас есть плазменная винтовка Проклятие Изгнанника 860-я. Ну и Элата. Элата в этом сезоне уйдет на покой. Как говорится. Пока что... А, ну и заряд галантности тоже, в принципе. Если у вас, у кого-то он сохранился. И вот тут у нас всплыл вот этот вот баг, про который Bungie писали, да? То, что ты в коллекцию возвращаешься назад и тебя выкидывает.
Хотя, может, это я просто херней страдаю и нажимаю кнопочку выйти вместо того, чтобы перемотать назад. Скорее всего, второе. Ну ладно. Как вы знаете, плазменные винтовки я люблю. Играю я в основном с Бастионом и Стилеста, поэтому немножко обновил билды в последнее время свои. И думаю, как-нибудь мы по ним вот пройдемся. По билдам и, возможно, даже те PvP-шные видосы, которые я обещал в прошлом сезоне, мы ими займемся в этом. Так что ждем, надеемся, верим, как говорится. Кому интересно. Так, окей. Переходим к следующей теме. Переходим к нашей следующей теме. Как я и говорил, сейчас будут спойлеры относительно конца сезона. Поэтому, кто не хочет смотреть, закрываем видео. Всем желаем там им всем удачи. Ну а кому интересно, можете остаться. Еще можете в комментариях написать, с какими багами и с какими фичами в игре вы еще столкнулись. Ну а мы переходим, собственно, к видосу. Там на английском языке Datamine. На канале GB3 он был опубликован. В процессе будем переводить, естественно. О чем там речь идет? Смотрим. It's done. Это so сделано. It is. So it is. Да, сделано, сделано. All right, Guardian. Прошу, страж. As promised, как you can have a prized bauble from my lair as compensation for your heroics. Как обещал, страж, ты можешь получить все, что находится в этой комнате. Как комментация с двое героических свершений. Cute. Я Real хочу его. You said anything Забавно. Ты сказал что угодно, что находится в комнате. Oh, and, you really want my little bird? Ты действительно хочешь мою маленькую Fine. Птичку? Хорошо. You can have him. Хорошо, можешь поиметь его. Fly away. Улетай. And get the hell out of my lair. И уходи с моей территории. Now what? Теперь что? I don't know. Я не знаю. It doesn't feel real. Это не чувствуется реальным. Freedom. Свобода. Why would you do this for us? Почему ты это сделал? Because для нас. You're a guardian. Потому что ты страж. Ну и как-то так. Вот на самом деле интересно, что имелось в виду. Ну типа убирайтесь с моей территории, там вот сказал паук. Fine. Так как это что означает, что для нас спутные берега будут закрыты или что? Достаточно интересный момент. Но да ладно. Когда конец сезона у нас будет в феврале, мы эту тему рассмотрим поподробнее. Ну, интересно теперь дальнейшая судьба Ульдрана. Ну, естественно, у нас больше не будет вендором на спутных берегах. Но, как бы сказать, чем он в дальнейшем займется? Авангардом охотников его вряд ли сделают, потому что у нас, как я понял, это место занял скиталец. Судя по то ли катсцене, то ли информации с трусов там какого-нибудь персонажа там или еще что-то. В общем, точно уже не помню. Можете в комментариях отписать. Но пока что да. Будем развлекаться дальше. Короче, ждем, получается, сегодняшний ресет. Что он нам привезет? Напоминаю, да, то, что у нас помимо Next Gen версии Destiny 2 выходит также Железное Знамя. Выходит, возвращается Подземелье Откровения с актуальным шмотом, с актуальным лайтом. Можно будет там походить, поиграться, получить шмотки. Ну и вообще, в принципе, кайфовать. Тем временем следующий видос у нас будет про еженедельный ресет, то есть разберем, что нам он принесет, какое
что у нас там с железным знаменем и так далее. Ну а пока что я с вами, ребят, попрощаюсь до сегодняшнего стрима. Где-то примерно, я думаю, часа в 3-4 по Москве мы запустимся. Может быть, даже чуть раньше, посмотрим. Ну и не забываем лайки ставить, колокольчики прожимать, комментарии писать, ну и на канал подписываться, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видосов. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Thank you.